Prime World — это противостояние двух миров, королевства Адорни и империи Доктов. Я использовал особенные инструменты для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Например, индийская флейта бансури, которая обладает очень интересным звуком. В музыке Prime World можно услышать еще очень уникальный инструмент, довольно-таки старый. Называется он секухати. Это японская бамбуковая флейта. Выглядит она вот таким вот образом. Этой флейте больше 60 лет, и она собрана из цельного куска бамбука. А вот это вот интересное клеймо, это клеймо мастера, говорит о том, что флейта называется «Чистая вода». Этот инструмент достаточно увесистый, его можно использовать для личной обороны, что и делали японские монахи. Звуки чистой воды можно услышать в музыке королевства Адорни. Вот этот великолепный барабан, который сделан в Африке, называется уду. Отверстия для низких звуков и кожаную мембрану, которая делается из кожи козла. Этот инструмент обладает тоже своей историей. Я его тщательно выбирал на китайском рынке в Шанхае. Звучит он очень красиво. На том же рынке я приобрел замечательный колокольчик, тоже обладает довольно-таки чистым звуком.